съезд с участием вот именно лидеров мировых религий, оно, я думаю, даст новый толчок понимания того, как мы должны строить взаимоотношения в сегодняшнем мире. С учетом последних событий, которые происходят в мире, глобализация, мы говорим, да, конфликты у нас идут. Религия, по моему мнению, она сейчас как бы отошла на второй план. Потому что сейчас более вопросы идут геополитические. Если мы хотим строить тот порядок, который мы считаем нужен, именно духовное развитие, равноправие всех народов друг перед другом, то, соответственно, лидеры мировых религий, они должны выходить более на первый план. Их влияние не только на умы верующих, но и в целом на геополитику, я думаю, должно быть значимо на сегодняшний день. Потому что ни одна религия, она не пропагандирует там насилие. Просто в отдельных моментах религия для достижения каких-то своих личностных или каких-то корпоративных интересов, религия используется, то есть прикрывается именем религии. Ну, это примеров очень много, мы можем всемирной истории посмотреть. Поэтому тот постулат, что сегодня было озвучено, что религия должна служить добру и миру, это однозначно.